Приветствую всех вас, ребята, у меня на канале. Сегодня у нас... что у нас сегодня там? 13 сентября уже. Сегодня у нас хорошее настроение, хороший день. Вот, сегодня я уже выгрузился. Вот, стою сейчас на паркинге, вот, возле места, где разгрузился. У нас тут логистический центр Дина. Ну, здесь такая большая парковка, короче, возле... Ну, возле самого логистического центра. На парковке здесь есть магазинчик, тоже Дина. Ну, а чё бы и нет, у них логистический центр. И заодно и магазинчик. В принципе, здесь неплохая фирма, как бы. Всё, разгрузка прошла быстро, все как по часам, по времени, короче. Это минут 30 заняла, наверное, разгрузка. Вот. Сейчас я уже буду выдвигаться на загрузку. Загрузка у меня будет окнами. Не знаю еще куда, но думаю, что, скорее всего, что в Германию поедем. Такие вот дела. Так что поехали.
загрузился я, короче, этими окнами. Вот. Планируется у меня 3 выгрузки. В Германии будет все 3. Одна в Вальбрухе, Херне и Реклингхаузен. 3 немецких городка. Завтра одна, а послезавтра 2 оставшиеся выгрузки. Сейчас где-то без 20:12. Думаю, что за сегодня... Ну, у меня еще часов дофига ехать. Я, в принципе, могу ехать до часов 7 или 8, блин. Ну, я думаю, что я очень близко подъеду к первой выгрузке. По моему маршруту, по графику, выгрузка где-то после полудня, так что торопиться особо некуда. Туда, по идее, до первой выгрузки, до Вальбруха можно доехать за одну смену. Все, ладненько, как говорится, ехала, поехали. Так, до первой выгрузки мне 750 километров. Ну, по идее, вообще это можно расстояние преодолеть за одну смену, но с нынешними дорогами, со всякими запретами обгона и прочей фигней, то очень много пробок. А сейчас еще ближе к зиме начинаются ремонты, то очень много ремонтов, перекрытий дорог. Короче, блин, хер ты доедешь такое расстояние. Ну, сегодня, по идее, у нас среда, по-моему, да, среда сегодня. То не должно быть больших проблем с трафиком, потому что обычно все на Германию едут во вторник или в понедельник, короче. Ну, понедельник, вторник, первых 2 дня самый поток идет. Как говорится, посмотрим, что будет. Вот. Ну, мне, в принципе, не горит. Да и у меня не полный рабочий день. Я уже проехал где-то час. Или 2, может. Нет, час где-то. С чем-то, наверное. 1:20 где-то. Так что у меня по-любому времени не будет проехать столько. Так что припаркую где-нибудь там недалеко. А если доеду, то доеду. Так что, как говорится, без разницы, не горит. Сейчас еще надо заехать по пути на базу, забрать документы и отдать свои документы, короче. Вот. Еще не мешало бы. Да, надо в магазин еще, наверное, заехать. Хотя у меня, в принципе, все есть. Не, наверное, не буду заезжать. Вот, и на заправку надо 2 всего заправить. Хоть я и заправлялся в понедельник, но надо до упора залить. Потому что в Германии заправляться дороже. Вот, так что еще надо будет заправиться. 100 литров каких-то войдет, может. Ну вот я проехал 300 километров где-то. Ну да, это 100 литров.
Я думаю, что туда влезет еще чуть больше, чем 100 литров. Собственно говоря, уже 10:20 утра, уже следующий день. Подъезжаю я к месту первой разгрузки. Вот. Которая находится в городке Вальбрух. За сегодня я проехал 2 часа 50 минут. Поэтому, по идее, должен доехать до следующей выгрузки сегодня. Вот, я надеюсь еще, что выгружусь сегодня еще и вторую выгрузку, которая запланирована на завтра. Было бы неплохо, чтобы на пятницу меньше работы осталось. Чтобы побольше было свободного времени. Тут нам надо заехать. Я тут и передом, в принципе, заезжал. Но мне почему-то задом сюда нравится больше заезжать, чем передом. Не знаю, почему. Мне так удобнее. Что передом думаешь, сейчас снесешь там забор, блин. Передом. Немного
получше, блядь. Ой, задом, короче, попроще. Так. Надо попасть в ворота. Вот так. Заезжаем. After 60 meters, вот тут у нас забор. Сюда надо заехать передом, потому что разгружаемся мы через левый бок. А правый будет закрыт стеной. Вот. Собственно, приехали. Разгрузился я уже на последней выгрузке. Сегодня уже 15 сентября. Вчера успел разгрузиться два пункта. Хотя запланировано был один. Вот, а сегодня уже последний, третий разгрузился. Я бы еще мог вчера разгрузиться, но я уже приехал под конец рабочего дня. Там где-то 5 минут оставалось до конца. 5 или 3 даже. До конца рабочего дня. Решил уже не напрягать местного работника. Бля. Сегодня утром разгрузился. То есть. Конечно, мог бы в хам поехать, там паузу сделать. Как бы такое, бля. Так, что-то я сюда там, да. Так что. Сегодня у меня по плану будет загрузка маслом, только я еще не знаю, поеду ли я сразу на разгрузку, точнее не сразу, а завтра, потому что сегодня я точно буду, надо же заняться стиркой там всеми своими делами, блин, стиркой, готовкой, прочими делами.
позавтра тогда уже выеду. Ну, если недалеко ехать, то буду выезжать в понедельник с утра рано. Такие вот планы.